В Одинцове прошло заседание политического совета местного отделения «Единой России». В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков, одинцовские депутаты-единороссы и секретари первичек. Ключевым вопросом повестки стал созыв 4-й конференции Одинцовского отделения партии, которая состоится 18 мая 2023 года. Об этом сообщил секретарь местного отделения, глава округа Андрей Иванов. На заседании Политсовета также было принято решение о проведении общих собраний по избранию новых секретарей и принят к реализации федеральный агитационно-мобилизационный проект партии «Единый мобилизационный стандарт».